Здравствуйте, товарищи! Что наша эпопея с РМЗ там подходит к концу. То есть двигатель установлен в раму, залито масло Repsol Offroad, залит антифриз. То есть я его уже довел. Тут даже чуть-чуть проверил, как коробка все включается, все работает. Но надо тест-драйв делать, потому что тут проблем был с вылетом коробки, так не понять. Ну, правда, у нас минус сейчас. По-моему, сейчас, наверное, минус 25, утром вообще 30 было. Поэтому пока просто вот в боксе завел, как бы погудел, чуть-чуть покатался сейчас даже. Давайте еще его заведем. Заводится хорошо. Как бы даже после сборки он, по-моему, с 4-5 кика завелся. Результат работы, потому когда он заехал, я его хотел завести, что-то потикал, он не заводился, я думаю, ладно, не стал. И в принципе сейчас вот собрали его, перебрали, он как бы без проблем завелся, процесс выдернули. Коробку, повторю еще раз, будем испытывать попозже. Наверное, надо потеплее будет, надо, вот у нас есть тут местоположение позволяет, вот там лесочек, я бы в сугробике как вам побуксовать чуть-чуть, чтобы понять, как улетает. Нет, тут я попробовал на тормозе на переднем, в шлиф уходит колесо заднее на второй, то есть как бы при такой нагрузке не вылетает скорость, все нормально. Включаются они все проверю. Ну, в принципе, и все на сегодня. До свидания, до скорых встреч.